Новый творческий сезон в Доме культуры «Буревестник» начался продуктивно. Все объединения и кружки в учреждении пользуются большим спросом. В этом году только в театральной студии «Зеркало» сформировано 4 группы. Под руководством педагога Оксаны Поляковой здесь занимаются дети разных возрастов и уже активно принимают участие в конкурсах. В основном художественное слово «Чтецов». Да, были у вас на скрипичном ключе на видео. «Москву. 4 элемента». Вот едем сейчас снова 21 октября в Москву, Театр Луны. 14 человек везем на конкурс. Занятия по актерскому мастерству развивают у детей творческие способности, а навыки, полученные на уроках, помогают ребятам стать более общительными и открытыми. Внучка с 4 лет ходит. Очень рады. Педагог у нас, как говорится, от Бога. 3-й год подряд ходим, занимаемся, очень нравится. Вова Логвиненко – человек творческий. Он занимается сразу в 3 кружках – театральным, танцевальным и вокальным. И, скорее всего, в будущем выберет себе профессию, связанную с искусством. Меня привели родители, я увидела объявление, сказала маме, и я попробовала. Мне очень понравилось. А это уже занятия по вокалу в студии «Камертон», где обучается более 30 детей. Ребята изучают основы ритмики, нотную грамоту и, конечно, азы вокального искусства. Я занимаюсь по системе такого доктора Емельянова, потому что очень быстро идет, во-первых, развитие голоса, развитие слуха, координация между слухом и голосом. Танец – это труд, дисциплина, обучение, а еще искусство общения. Считает Ольга Антонова, 10 лет назад она решила воплотить свою детскую мечту в жизнь и создать танцевальную студию «Гюнеш», что в переводе с туркменского означает «солнце». Сегодня коллектив лауреат и призер различных фестивалей. В данный момент старшая группа готовится к очередному конкурсу, а у младшей – ответственные репетиции нового танца, с которым предстоит выступать в октябре на праздничных концертах. У нас есть и актерское мастерство, мы учим и мимику, мы учим и пластику, мы вживаемся и в образы. Соответственно, это и хореография, это и музыка, мы слушаем музыку разную, разных народов. Огромный увлекательный мир творчества открывают для себя ребята в изо-студии «Мир красок». И если дети здесь получают первые знания по изобразительному искусству, то родители сюда приходят заниматься просто для души. Занимается около 50 человек, занимаются дети разных возрастов. Вот. И, естественно, взрослые, которые тоже приходят отдохнуть и получить какие-то новые знания. Сегодня воспитанники Дома культуры «Буревестник» занимаются в новых кабинетах и залах. Благодаря финансированию администрации Ленинского муниципального района и сельского поселения Молоковское произведен капитальный ремонт здания. В 2015 году у нас был произведен фасад, в 2016 году внутренний ремонт, и сейчас у нас еще идет оформление зрительного зала. Мы получим новую механику сцены, новое оборудование, у нас там уже стоят красивые новые кресла, поэтому мы приглашаем вас на открытие. Торжественное открытие ДК «Буревестник» после капитального ремонта планируется на начало декабря. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.